переводит он старушек через шумное шоссе, и мороженое в кофе переводит как «гляссе». Переводит он картинки и часы вперед на час. А сегодня, шмыгнув носом, перевелся в новый класс. Ее стихи часто становятся песнями. Поэтесса Анна Бочковская признается, писать для детей любит больше всего, ведь в душе она сама ребенок. Взрослые могут многому поучиться у ребят, говорит Анна. Любознательность, открытость миру, людям и доброту важно не утратить с годами, а общение с детьми не дает забыть об этом. И, конечно, в любом возрасте нужно дружить с книгой. В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги мы в первую очередь пригласили детей для того, чтобы приобщить их к чтению, показать, что это интересно, это очень захватывает, затягивает. Вот. Надеемся, что после наших мероприятий ребятки обязательно возьмут себе одну-другую книжечку, почитают. Ученики Одинцовской гимназии номер 13 – частые гости библиотеки номер 1. Каждое мероприятие приносит много интересных событий. Встреча с настоящим детским писателем для учеников начальных классов оказалась первой. Встреча с писателем – это вообще для таких маленьких детей, это, конечно, событие. Как это вот такой человек, который вдруг с ними рядом оказался, настоящий писатель. Поэтому с удовольствием дети отвечали на вопросы, слушали, пели песни. Почаще таких встреч. В среду смотрите на нашем канале специальное интервью с Анной Бочковской. Она расскажет о своем творчестве, неделе детской книги и многом другом. Не пропустите. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».